К другим темам. Урожайность зерновых на полях Акмолинской области будет ниже обычного. Такие прогнозы дают специалисты. Причина – засуха. Проливных дождей в области не было уже давно. В этом хозяйстве весной засеяли пшеницей 5000 гектаров пашни. Это самое лучшее поле, говорит опытный агроном Нурлан Тулигенов. Да и оно не вселяет надежды на урожай. Всходы неважные и стебель короткий. За все лето здесь не было ни одного дождя. По 15 центнеров каждый год мы собирали урожай. Нынче хотя бы половину получить. Качество какое будет, даже не знаю. Говорят же, в засуху зерно лучше растет. Возможно, еще и будет хорошая клейковина. Зерно начало спеть, и влага сейчас очень нужна. Нужна, говорят крестьяне, в засушливое лето они уже не надеются на качественный урожай. 6% полей выгорело под солнцем. Это 250 тысяч гектаров пашни. Сейчас 1,5 миллиона гектаров посевных площадей. Пока в хорошем состоянии. 2 миллиона в удовлетворительном. В этом году надеемся собрать урожай в 4,5 миллиона тонн зерна максимум. Из-за засухи нынче сильно страдают поля в Жаркаинском, Атбасарском и в районе Жахсе. Между тем, вал сбор зерна в области ежегодно превышал 5 миллионов тонн. Ербулабишев, Дамир Беркулы, Евгений Шинкаренко из Акмолинской области, Хабар 24.